В ходе трехсторонней встречи между министром обороны Азербайджанской республики генерал-полковником Закером Гасановым, министром национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акаром и министром обороны Грузии Ливаном Изорием была подчеркнута необходимость расширения военного сотрудничества между тремя странами. По итогам встречи был подписан протокол. Министры обороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, а также обменялись мнениями по другим аспектам, представляющим взаимный интерес в сфере трехстороннего военного сотрудничества. В своей речи Закир Гасанов отметил, что встреча в таком формате проводится уже в седьмой раз. Министр обороны Азербайджана также отметил роль совместных учений в развитии военного сотрудничества. С каждым годом число совместных учений растет в разы. К примеру, если в 2018 году мы с Турцией провели 7 совместных учений, то на 2019 год запланировано 13 таких учений. Все они будут обязательно проведены. Мы приглашаем и грузинскую сторону принять участие в учениях. Азербайджан, Турция и Грузия также продолжают совместные учения по линии НАТО. Министр обороны Турции и Грузии подчеркнули важность развития военного сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Грузией, которое было построено на братских и дружеских отношениях. Мы сейчас обсуждаем и продумываем все, что может поспособствовать развитию военного сотрудничества между нашими странами. Это сотрудничество развивается и укрепляется день ото дня. Я еще раз подтверждаю категорическую позицию грузинской стороны. Наша страна признает территориальную целостность Азербайджана и поддерживает ее международно признанные границы. Одна из целей нашего сотрудничества – проведение совместных учений. Это позитивно скажется на сотрудничестве между нашими странами. Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в совместных учениях Азербайджана и Турции. Министры трех стран подчеркнули, что встреча в Габале была важной с точки зрения обеспечения безопасности трех государств. Шамистан Мамедов, Эльмира Мусазаде, Илькин Мехти, CBC.